Гуд морген всем! Доброе утро! И добро пожаловать в новый влог! Сегодня у нас пятница, а значит, что у меня выходной. Поедем с вами сегодня закупаться. Сейчас кофе попью, поедем закупаться, потом на дачу я поеду. Надо там на кое-какие вопросы ответить. Я отвечу на вопросы и про файгу, и про землю, то, что мы будем опять равнять... Не опять равнять, нам там надо равнять. Там, где мы все сажали, вот эти грядки, все будем как бы равнять, все делать. Вот, сын пошел в школу, муж на работу, дочь на работу, а мы с Риком дома. Рики! Вон он. Мне уже стирается 6 часов утра. Сейчас кофе попью, повешу, и потом приеду, еще одну стирку закину. И поеду закупаться. Сегодня у меня должен быть гросс айнкауф. Мне надо сегодня очень много закупить, потому что с этой работой, получается, я один раз в неделю закупилась, но это очень мало, хотя мы много закупаемся, и помного закупаемся, как бы мало. И я только если еду так, только хлеб, вот такое, что как свежее, покупаю и все. И сегодня буду закупаться, потому что то до трех, то до двух работаешь, пока домой приедешь, там уже не до закупок. То кушать надо, варить. Ну, поехали с вами в магазин на закупку. За закупкой. Девчата, привет всем! Только приехала в русский магазин. Русский магазин — это новое как бы открытие. Я никогда в нем не была. Я всегда ездила по нашему, как бы, сейчас машина проедет, по нашему месту. А тут, походу, ну как, тут раньше другое было. А сейчас... Вот этот русский магазин сделали, он очень большой, больше, чем в Дармштадте, Офенбахе, там, где есть русский магазин, здесь очень много, как бы, разнообразия, и все есть, буквально все есть. Вот что вам надо, то вообще тут все есть. Вот они так, цены, это какие ангиботы, ангиботы — это красная цена. Сделаю побольше вам. Это ангиботы у нас, по-моему, на вот эту вот неделю. Как раз сегодня пятница. И вот, думаю, надо поехать закупиться, подкупиться. Ну, еще кроме этого, мне надо и в Лидл, там и другие, и собачки кушать взять, и гитринки, это... Это напитки. Он открывается ровно 9. Я тут самая первая. А нет, там еще с той стороны тоже люди есть. Сейчас уже буду заходить. Все, вышла я с магазина, набрала. Ну, я вам так скажу, что тут очень дешево. Смотря на что, на какие эти, как его, продукты, да? Потому что у нас, вот, например, где мы живем, у нас сгущенка стоит 2 ойра, одна штука, обыкновенная, простая. Но моя вареночка, она стоит подороже, конечно. Вот, а здесь как подешевле. Он держится за того, то, что здесь немножко скидки идут, и потому что очень много народу здесь. Это то, что я пораньше приехала, здесь как бы мало народу, но я вам сейчас скажу. Вот, дети у меня вообще, я с этой китайской лапшой, это еще как в Казахстане, мы постоянно им покупали, вот любят сильно китайскую лапшу. Набрала китайскую лапшу эту, и вот эту вот китайскую лапшу. Так, ну как сделать? Наверное, я сейчас буду поочередно ставить туда и вам снимать, чтобы было вам все видно. Сейчас я поставлю, солнышка как раз нету у нас. Так. Как сделать? Сейчас. Вот охота вам поснимать. Ой, что я делаю? Хотела сделать подальше. Сумку возьму. Маган поставил, скидки не те стоят. Да, да. Сильно взламывает. Ворует, еще как ворует. Ворует, ворует страшно, я знаю. Я только знаю. На кемпинг, а кемпинг вообще дорогой. Если где-то 12 дней, 10, 10, 10, 10, 10. А мы ездим, знаете, куда? В русскую баню.
Тут есть где-то русская баня. Сейчас они там домики вот такое все поставили. Классное. У меня есть канал. Лена Вилли называется. Да. У меня YouTube канал есть. У нас дети когда ездили, пока бани не было своих, а теперь они в квартирах поставили. Ну, мы, у нас тоже так. Да. А, да. Извините, пожалуйста. Это мужчина, вон наш как бусик понравился. Не, спасибо. Извините, никак не могу продолжить свое это. Мужчина тут подошел, он тут в русском магазине работает, убирается, ходит тут за вот этими вот тележками смотрит. И там внутри работает. Наш автобусик этот понравился. И вот у наших детей тоже такое есть. Они каждые выходные ездят как отпуск. Ну, как отдыхать, да? И смотрел тут что, как, что и это. Ну ладно, не будем отвлекаться. Посмотрите, это сгущеночка, вареночка, все тут у меня есть. Потом, ну это энергетринг, это как немецкая, да, вот это вот, я сейчас вот взяла, чтоб сейчас попить. Это как, энергетика. Так, приступим. Женщина мне одна говорит, тушенка, ну говорит это... вам надо будет немножко как язык русский подправить. Я хочу сказать, я, конечно, не обижаюсь, вот некоторые так вот говорить. Вы понимаете, я здесь больше 20 лет живу, и 20 лет я прожила в России с Казахстаном. Мы жили раньше в России, мы всю жизнь жили в России. Потом мы переехали в Казахстан, да? Переехали в Казахстан, в Казахстане, конечно, я встретила мужа, и потом сюда переехала. И тут в основном все по-немецки, но дома мы только по-русски разговариваем. У меня муж так еще как бы по-немецки, как с сыном, там, так между собой им легче как. А я вообще только по-русски. Бывает, у меня вылетают немецкие слова. Почему? Потому что у меня очень больных людей много. Я работаю амбулантом в Лиге, у меня очень много пациентов. Вы представляете, у этих пациентов сколько диалект? Там тоже диалекты есть, и байровские, там, и какие хочешь, вот эти швайцы, эти диалекты тоже. Это надо как... Ну, просто у меня автоматически идет. А так, я свой язык люблю. Русский язык я свой люблю, хочу вам сказать. И я говорю по-русски везде, и в магазине, где бы это ни было. Если меня спросят, особенно где что показать, я любому человеку помогу и покажу. Любому человеку. А есть некоторые такие, как люди, которые вот тут вот живут в Германии, да, им спросят по-русски, они отвечают по-немецки. Но это тоже, конечно, я не понимаю. Я всегда помогаю людям, всегда. Вот мне сейчас тоже женщина одна, какая-то женщина подошла, вот и спрашивает, а что, а как, вот я без очков, я то не вижу, какой магазин хороший. Я говорю, вы знаете, я говорю, я сама тут как бы первый раз. И если вам что-то надо, я говорю, это, хотите, говорю, я пойду спрошу, говорю, что вы ищете, и нет, так и это самое, как его, идите на кассу, там одна женщина, я говорю, сидит там, и, ну как, кассирша, и она вам поможет. А так без проблем, я говорю, я всегда всем помогаю, и у меня эта работа связана, как моя, вот это, я люблю свою работу, и я помогаю очень много больным людям, и у меня очень много тоже детей, и тоже детям помогаю. Так. Ладно, я просто хочу сказать, эта женщина, она мне просила, что как, не обижайтесь. Я не обижаюсь, не обижаюсь я. Мне это все равно хорошо, когда говорите. Так, печеньки, коровка моя любимая. Потом зефир в шоколаде. Это еще наша мама покупала всегда дочке, у меня еще Милена маленькая была. Всегда Милене в Казахстане мы покупали Павлодаре. Потом это языки. Так я держу, 3 поросенка. Потом тоже коровка. Я люблю очень коровка. Коровку эту печеньки. И печенька чайка. Тоже я ее помню, эту печеньку чайка. Потом. Так, сало. Сало. Мы как-то раз брали в русском магазине, и его берем уже, может быть, где-то года 4. Это сало литовское. Очень вкусное, очень. Я прям вот это копченое, очень вкусное сало. Так, надо немножко мне это побыстрей. Так, и это обыкновенное, как с лаврушкой сало. Это у меня мама всегда это делала в банках, я помню.
потом мой майонез, потом опять это сало литовское очень вкусное и вафельки. Посмотрите, какие вафельки. Так, ну все, так я вроде все показала, я вам сейчас скажу, насколько у меня вышло. 89 ойров и 74 цента. По-немецки, например, они всегда говорят наоборот, да, вот, и 74, это значит эфирун зипцыш, это значит 47. Вот, 90 ойров почти. Ну, буду с вами прощаться. Большое-большое вам спасибо за просмотр. Сегодня еще увидимся.